почти 7 часов вечера сейчас. И мы с вами в Санта-Крус, естественно, тут на бережку наблюдаем за волной хорошей. Вы видите, здесь так огорожено, и с утра проходили соревнования. На каяках они тут гребли. Видимо, завтра это будет продолжаться, потому что, я смотрю, не собирают, не убирают, так все это тут стоит. Тут такие столики, на них продавали там чего-то, регистрировали, в общем. Да, вот, пожалуйста, тут такая импровизированная трибунка, можно наблюдать. А вот то, зачем можно наблюдать, вот оно все тут. Прямо, можно сказать, под ногами тут бьется. Вот. Вы видите, тут на воде выдра. И птички там рядом. Вот они так примостились. Посередине буквально ничего тут. Невозможно, друзья, невозможно пройти по набережной Санта-Крус без того, чтобы не встретить знакомых русскоязычных людей. Пачка хорошая. Птичку хотел вам показать. Вот, 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 вот птичка. Видишь, как прицепилась. Можно ли, друзья, вот так сзади на ходу отличить девчонок из одной страны от девчонок из другой? Нет, нельзя. Да и зачем отличать? Вот вопрос. Акробаты прям тут у нас на песочке, ты смотришь. Да. Ой, мама. Птички. Закат. Красиво. Вы слышите звук там-тамов? Нет, друзья, мы с вами не в Африке. Мы в Санта-Крус. Кто там у нас там-тамит? Вопрос. Вот они. Вот они, американские там-тамщики. Пришли и духарятся в волю. Облака сегодня интересные, смотрите какие. Да? И вон там тоже, смотрите. Не каждый день такое бывает. Хотя, бывает. Что там говорить? Надо сказать, что вот есть красота чисто природная, и есть красота, как бы созданная человеком. Вот я считаю, что это создано человеком. Тоже очень красиво. Солнышко продолжает садиться и меняется перспектива, вот там очень-очень меняется. Давайте я поближе наведу. Такая розовая перспектива. За деревьями там что-то происходит, но очень сложно увидеть. Из серии «Красиво жить не запретишь». Люди пришли закат посмотреть. А вот то, что мы сейчас справа, друзья, увидим, это отраженный свет. Солнце садится, и закат у нас в другой стороне. Но здесь отраженным светом вот, видите, облачка. А вот, друзья, для любителей загадок
креативный ответ на вопрос, на загадку. Без окон, без дверей полна горница людей. Вот это общественный туалет.